É. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Poppy Playtime. И это радостное событие, победный залп. Уи! Мы входим с вами в... сюда. Я не помню, как это место называется. Вот здесь рисунки. Супер лучшие друзья. Хаги, кот, все здесь. Итак, нас Олли предупредил. Ой. Я поел перед выпуском. Впервые я ем перед записью видео. Обычно я всегда играю голодный, и поэтому, когда в игре я вижу еду, я начинаю беситься из-за того, что я очень хочу есть, и меня только дразнят. Теперь я наелся, и хочется спать. Хочется дико спать. Надеюсь, это не помешает мне играть. Ну вот, может быть, игра нас сейчас сама взбодрит. Итак, your tools won't protect you. Твои устройства и инструменты тебя не защитят. Это мы еще посмотрим. О, окей. Здесь будет противогаз. Не волнуйтесь, я не буду полвыпуска носить его в этот раз. Но в свое оправдание... Хочу сказать, что, по-моему, там не было очевидно, когда есть газ, когда нету. Мне так почему-то казалось, потому что обычно прям очень хорошо видно, что должен быть газ, ну, в играх других. Когда есть газ, когда нету газа. А в этой игре было не особо видно разницы, поэтому я и... Короче, это не моя вина, понятно? Отстаньте от меня. А где телек? Ну, вставляй-ка. Чего? Что за сиреноголовый? Данное сообщение предназначено для всех сотрудников Playtime Co. В 11.01 по восточному времени неизвестная враждебная сила объявилась в зданиях и на территории Playtime Co. Сотрудникам немедленно приступить к аварийной эвакуации. Оставьте личные вещи. Не взаимодействуйте с враждебно настроенными субъектами. Если пути к выходу нет, ищите укрытие. Накройтесь подушками или одеялами и сохраняйте молчание. Не смотрите в окна. Никому не открывайте дверь. Избегайте зрительного контакта с... Зрительного контакта? Открой дверь. Наступил час радости. Ой. Перестаньте! Есть что-то чертовски пугающее в таких вот сообщениях, когда начинается сирена. Почему сирена такая страшная? Она пугает как будто даже больше, чем само опасное событие. По крайней мере, у меня так. И я научился сильно бояться этой сирены, и, потому что часто в фильмах ужасов это слышится. Или в играх. И плюс еще такой ровный тон, который говорит об ужасных вещах. Например, избегайте зрительного контакта. Укройтесь там-то. Как будто бы они должны, наоборот, не знаю, успокоить нас. И говорить таким голосом. Нужно какой-нибудь женский голос успокаивающий, прям материнский. Не бойся, дорогой, все будет хорошо. Пожалуйста, посиди здесь немножечко. Иди в свою комнату, поиграй, не знаю. В общем, не высовывайся, не открывай дверь незнакомцам. Я скоро приду. Да я даже никуда не ухожу. Я вот буду здесь в соседней комнате, все будет нормально. Я испугался даже этого надевания маски. Стоп, а здесь-то не нужно. Здесь нормально все. Сейчас бы ходил опять полвыпуска, вы бы мне это не простили. Хреново свет! Вот, надо в потолок, да, чтобы как люстра. Здесь все нормально, здесь ничего нету. Помогите. Что? Какой-то звук. Что это? Очень странный эффект. Ну, это мухи, там труп, скорее всего, лежит.
боже мой. Ага. Помогите, там написано. Run. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это так работает? Я знаю, что если я вдруг за мной побегут и меня поймают, я сдохну, я все равно буду играть снова. Но почему этот момент мне все равно как-то сыкотно, не знаю, встречать лицом к лицу? Вот как это работает, когда ты в квестовых комнатах с элементом ужаса находишься? Почему страшно? Хотя ты понимаешь, что это все не по-настоящему. Я не знаю, как это работает. Почему у нас такой смешной мозг? Ну... Что? Chemistry, а? Слышите? Какая-то музыка жутко играет. Бонзо! Маленький Бонзо. О! Я тебя понял, игра. Ой. Или не понял. Все, ладно, хорошо. Мы просто достаем отсюда вот так. В любой момент он появится. В любой момент. Я максимально к этому не готов. Смотрите, его царапины. Что? The prototype has saved us all. Прототип всех нас спас. Ну, я, с одной стороны, я понимаю, что мы как будто бы... Наш враг — это хорошие ребята, это жертвы, которые не виноваты в том, что они такие. О, давайте так. Оп, на лампу. Все, у нас есть свет. То есть это мы на стороне злодея, потому что мы здесь работали. Вообще, вот здесь можно? Закрыто. О, нет. Ладно. Сейф. Фух, мы вышли отсюда. В пещерке как-то мне комфортней. Потому что здесь много пространства. И ничего не давит. Ага, я тебя понял. Нам нужно включить эту панель. Значит, go вниз. Как ее включить? Куда я должен? Так, ничего нету. Ну, позвольте. Вот столб, который... А! Хорошо. Хорошо. Сейчас давайте осмотримся как следует. Во-первых, мы можем подтянуться, кажется. Так, уже что-то. Значит, берем здесь. О! Хорошо, не отпускаем ту штуку. Very good. Что дальше? И? Ну, мы же явно не достанем, да, отсюда? А! Нет, это... Это держалка? Слушай, а может отпустить? Допустим, мы сделаем вот так.
Встали. И в чем прикол? Что я должен сделать? Ладно, давайте попробуем по новой. Я не совсем допер, что... Что? Что ты от меня хочешь, игра? Вот, смотрите, мы цепляемся, подтягиваемся. Когда мы задействуем этот столб... Вот что? Зачем он хочет нам здесь? Один, два. Мы должны замкнуть какую-то цепь. Может быть. Нет, я не уверен, что это правильно. Ну, давайте попробуем подтянуться. Как подтянуться-то? Хрень какая-то, да? Вот чувствую какую-то дичь. Я делаю и извиняюсь. Я извиняюсь дико. Еще раз. Так. Два. Сюда мы не можем. Оно ничего не работает, потому что нам нужно подключить два столба. Делаем так. Стоп. А что если отпустить? Сейчас, погодите секунду. Вот так сделаем. Раз. Да. Вот, все, я все, разобрался наконец-таки. Есть. Все, допрыгиваем, допрыгиваем. Окей. Больше загадок, я люблю это. Тут, мне кажется, нам нужно что-то, винтовочка нашу. Наш пиу-пиу пистолетик. Что? Oh, no. Нужен ключ. У нас здесь телек стоит и видак. Здравствуй. Опять этот мальчик. Ах, мистер и миссис Хартман. Прошу, садитесь. Как вам путешествие под землю? Такого мы и не ожидали. И слова мистера Людвига еще раз убедили нас, что мы хотим остановиться именно на вашем интернате. О, да, у нас тут волшебно. Я ощутила это, как только переступила порог. Ты только открываешь двери приюта и уже понимаешь, что ты сюда, отсюда уже никогда не уйдешь. Напоминает чувство, когда ты еще ребенок, находишь свой дом и мысленно возвращаешься к нему, чтобы успокоить тревогу. Вы, как я вижу, намерены подарить Джереми... Да, мы также готовы на оформление опеки. Прекрасно. Вы станете идеальными... Что? Возникли кое-какие сложности. Сложности? Какие такие сложности? Не знаю. В форме написано «тест». Что это значит? Скажите, что это означает? Мисс Грей, нам кажется, мы заслуживаем адекватных объяснений от вас. Разве нет? Вы же руководите этим процессом. Как вы можете не знать? И почему мы узнаем об этом только сейчас? Я не знаю. Прошу прощения. О-о-о-о, это было очень жутко. Они нагнетают, хватит. Я с мамочкой так не боялся встретиться, как с котом. Кот... Кто там? Ладно.
Стоп, но мы здесь же не просто так. Та дверь была закрыта, значит, нам нужно какой-то ключ найти. Либо просто пойти, да попробовать открыть ее снова. Возможно, теперь она открыта. Нужен свет, побольше света. Или все-таки пойти поискать ключ. Как понять, как он должен выглядеть? Смотрите, это как будто... А, нет, это не дверь. Она внимательно, внимательно. О, боже мой. Интересно, откуда мой пистолет берет энергию? Ну, то есть он же постоянно пополняется, то есть это что, это как? Как это работает? Смотрите. Ага. Красава. Я буду освещать себе все, ну его нафиг. Опа, здравствуй. Что? Your time. У тебя заканчивается время. Поверни назад и иди домой. Hi, приветик. Я Хитророк. Поможешь мне с картиной? Blue, передай синий. Thanks. Спасибо. Можно немного красного? Больше красного. Ага, вот он про крови говорит. Выйти? Нам нельзя наружу. Ты прячешь красный цвет. Знаю, что да. Отдай сюда! А, так гораздо лучше. Ага, все, я понял. Смотрите, офисы во все стороны, cubicles, не знаю, что такое, ванная, туалет, Грейберс офис Грейбера, maintains, ну типа это, наверное, как, не знаю, что это значит, забыл, и комната отдыха, здесь есть лифт. Микаэль Коловас. Hour of joy. Час радости. Почему? Кто все это пишет? Помогите, беги. Мне нравится, когда игра по-настоящему заставляет меня быть осторожным. Ну, не в этом плане, что я сейчас упал как дебил, а в том плане, что я стараюсь смотреть повсюду, потому что я не знаю, когда враг появится. Мерцающий свет. Откуда он? Что это? Мы не можем бежать, если что. Блин. Что за гудение? О боже мой! Прыгаем! Ой, я застрял. Прыгаем! О! О, мы здесь были! Хватит мерцать, гребаный свет. Да, мы с той стороны как раз-таки приходили. Чёртова, такое ощущение, как будто у меня катаракта.
Значит, все эти двери закрыты и требуют питания. Пока что мы только запитали... Чем мы запитали? Непонятно, чем мы запитали. Так, секунду, еще раз. Значит, мы отсюда пришли, да. Нам нужно... Если эта дверь закрыта... Там, кстати, пазл я вижу. Что если я достану? Да и хрен бы с ним. А, вот мы открыли. Господи. Ага. В смысле, вот это надо взять? Нет, еще это не то. Где-то здесь. Где-то здесь у нас должна быть... Должен быть источник питания. Я не вижу его. Вы почему так? Так, раз. Два. Три. О, что-то все залагало. Раз, два, три. Источник питания. А, тут все можно открывать. Ой, я подумал, тут какая-то подсказка. Это просто тень глюканула. Чувствуете, как-то что начало лагать. Не знаю, почему. А, вот, смотрите. Открываются они, оказывается. Я же рукой туда клацал. Нужно было только на ручку наводить. Ага, нашел тебя. Так, запитаем этот. Потом... Второй, и надо быстрее третий сделать. Где-где-где-где? Есть. Ну ладно. Судя по всему, здесь... Давайте закроем дверь, чтобы газ не шел. Вряд ли он будет идти. Давайте снимаем, короче. О, хорошо. Стоп. Надо забрать батарею. Чё? Он не забирается. Тогда окей. Слышите звук? Мне казалось, что я слышу. Да. Чёрт, откуда он? Ладно. Перед нами большая загадка. Очень большая, нам нужно... понять, как ее решать. Это уже прям тест Chamber из портала. Посмотрите, давайте все осмотрим. Здесь. Вон туда нам нужно попасть. И есть еще вот эти платформы. Ага. Тут рука, мы будем от них... Тум-тум-тум. Круто! Это очень прикольно. Итак. Ну, давайте. Цепляем. Луч направлен как надо. Хорошо. Как надо. Соответственно... А это вообще не меняется. Это почему еще? Может быть, нужно отключить? Секундочку. Ну-ка. Надо забраться наверх, посмотреть. Что это там пищит такое? Ну что, попробуем? Ага. Не такая сложная, как я думал. Тут уже, в принципе, все выстроено для нас было. Хорошо, панели заработали. Воу-воу. А! Так, нужна сноровка. Раз, два, три. Пусть будет так.
Так. Это... Ага, интересно. Какой-то... Какой-то другой левел теперь у этой загадки. Давайте попробуем убрать. Что, если мы направим ее вот сюда? Просто открывается и закрывается. Ясненько. Это батарейка, что ли? А! Нам необходимо ее столкнуть. Нам нужно ее скинуть. Кажется, я понял, куда. Что происходит? Что происходит теперь? Погодите. Она была закрыта, потом я так сделал, хоп, закрываем. То есть какой-то звук был. Окей. Где она? Что? Погодите. Где батарейка? Она же только что упала. Я видел. Блин, неужели глюкануло? Сейчас, так, делаем еще разок. Поднимемся. Что там? Работает? Нынче-то будет? Ага. Блин, нет, надо поаккуратней, поспокойней. Блин. Раз. Очень трудно навигацию делать в воздухе. Да господи. Сволочь. Чувствую себя нубом. Хорошо, запрыгиваем. Запрыгиваем. Еще разок. Оп. Деревня какая-то, а? Вот так. А! Ты здесь? Хорошо, видимо, там глюкануло, и игра просто вернула батарейку обратно. Вот вторая. Так, как бы ее разломать? А можем ли мы это сделать? Что я... Вот как это сейчас было? Ты куда ты меня прижала? Угу. Стоп, я тупанул, простите, сейчас. Тут загадка не столько сложная, сколько немножко муторная. Все, погнали наверх, сейчас мы сбросим и эту штуку. Оп! Есть! Так, секундочку. Теперь нам нужно... Теперь нам нужно просто поднять. Так, все. Не надо ничего делать больше. Чё? Тихо. Есть! Ага!
Ага, я понял. Вот так. Меняем направление сюда. Это направление сюда. И загадочка решена наконец-то. Откуда это играет? Что написано? Dead by the brick origin. Что? Original command. Original command. Умер. Я не совсем понимаю смысл этой фразы, если честно. Так. Почему я не могу пролезть? А! Черт меня дери! Надо было просто подпрыгнуть чуть-чуть. А, ничего, ничего. Так, противогаз. Ой, как не видно ни хрена. Все равно не видно ни хрена. Мне нравится эта музыка, она, конечно, дико пугает. Сохранение. О, нет. Прототип спас нас всех. Это мы где? Я не понимаю, был я уже здесь или нет? Какое-то новое место, да, по-моему? Здесь батарейка есть или нет? Непонятно. Отыщи цветок. Отыщи цветок. Из таких мест обычно не возвращаются. Ты хоть знаешь, что делаешь? Где мы? Кто это? Как они гениально построили этот скример. Он настолько неожиданный. Знаешь, что здесь произошло? Вон кот стоит. Ой. Ой, это жутко. Ты знаешь, кем мы когда-то были? Догадываюсь. Да, это все места, в которых мы уже были с вами. Понимаешь, почему мы должны положить этому конец? А кот везде здесь может быть заметен? Понимаешь, что сон, а что явь? Очень круто. Хаги, привет. Нет, ты не понимаешь. Thank you.
Хаги. А что такой большой? Надо, потому что это просто сон. Проваливай из приюта, иначе тебе конец. Я не ожидал, что будет такой жуткий скример. Он даже не жуткий, он просто... Вот я сделал самое банальное действие и настолько не ожидал, что сейчас будет что-то... Боже мой, до боли в теле. До боли в теле меня испугали. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. На этом мы с вами закончим. Я думаю, что осталось последнее видео по этой игре. Нужен передых небольшой. Спасибо всем, что были со мной. И надеюсь, вы останетесь до самого конца. С вами был Юджин. И всем пять!